Так, начало измерений. Тахеометр измеряет на первую точку. Круг право. Соответственно, на экране видим измерение МУН-1. Это мониторинговая точка. Та, которая первая, сверху. Вот, круг 2 измеряет. Так, он уже измеряет теперь вторую точку мониторинговую при круге левом. Теперь измеряет при круге левом контрольную точку. Так, RF1 измерил, RF2 измерил, теперь он измеряет контрольную точку номер 2 при круге правом, последний раз при круге левом. Полученные данные автоматически выводятся на экран, соответственно, рассчитывается. Сейчас он в данный момент выходит в спящий режим. Вот. Показатели показывают, что точки не были сдвигов никаких не было. Раунд history, то есть он уже был четвертый раунд, 3.21. И это время просто каждые 5 минут. Вот, это походу здесь reference measurement. Это ничего не изменилось. Так, это координаты самого тахеометра. Вот. Ну и через каждые 5 минут он будет также, получается, снимать.